Приморский край можно назвать одной большой стройкой. Темпы строительства жилья бьют рекорды. С каждым годом все меньше проблем в этой сфере. Это отметил губернатор Приморья Олег Кожемяка в отчете о работе правительства за прошлый год. Край сегодня в лидерах и по объемам получаемых средств, и по количеству реализуемых проектов. Строят новые порты, дороги, пограничные переходы. По всему краю массово возводят новые социальные объекты. Детские сады, школы, спортивные центры, дома культуры. Сегодня ведется такая же работа, она невидимая. Ее жители не видят. Но ведь что такое жилье? Это всего лишь бетонные коробки. Кто в них будет жить? Ведь как было в Советском Союзе? Сначала строили предприятия, потом строили дороги, коммуналку, потом строили социальную инфраструктуру и только потом жилье. Олег Николаевич двигается по этому же пути. То есть мы видим, как развивается Приморский край, промышленность.